Привет, ребята! Утро воскресенье, я снова на канале и пишу свой влог. Извините меня, что не было видоса 1 сентября. Все из-за того, что я немножко приболел. Наверное, видно по картинке то, что у меня лицо немножко подопухло. Все никак я не справлюсь с гриппом, но это ничего страшного. Сегодня мы в своем обзоре, и я поговорю про камеры GoPro Hero 7, про мои любимые камеры, с чего я начинал вообще видео, это было GoPro. Эти камеры как бы положили начало моим влогам. С них я начал писать и погрузился как раз в мир видео и стал записывать видео. Это были, конечно же, камеры GoPro. И сегодня проговорим про новинку 2018 года. Я вот тут вот сейчас пущу такой вот небольшой ролик с картинками. Эти картинки были взяты с интернета, да, это слив с интернета. Уже в Америке в некоторых местах идет реклама новой семерки. Значит, это о чем говорит? Это говорит о том, что скоро появятся новые семерки. Их будет три вида: White, Silver и Black. Black, как вы видите по картинкам, самая продвинутая модель. Она и всегда была, что Black идет самый продвинутый для профессионалов. У нее начинка будет теперь самая мощная. Не знаю, что они сделают еще нового, потому что было 4К 60 кадров. Это в шестерке. Что они преподнесут нового, пока неизвестно, потому что Вудман, организатор компании GoPro, все держит в строжайшем секрете, но уже какие-либо утечки просачиваются в интернет и во всемирную паутину, поэтому я выпустил этот обзор, чтобы показать уже какие-либо картинки, потому что они есть. И как вы сами знаете, что любой слив, который идет в интернете, он почти где-то на 60-70%, на 100% совпадает с оригиналом, который именно будет. Что мы видим по картинкам? То, что влагозащита на камерах останется, корпус почти не изменился, это если Black смотреть, но вот как раз на White и на Silver дисплейчика не будет. Как вы видите в картинках, то что есть стабилизатор новый какой-то улучшенный, не знаю, будет ли он оптический, хотелось бы, да, чтобы на GoPro он был оптический, как у Sony X 3000, но мы будем ждать оптически, но может быть, конечно же, цифровой стабилизатор, но более улучшенный и улучшенный от шестой модели. Но на шестерке, я скажу вам, хотя сам ее не держал в руках, но стабилизатор более-менее отлично идет. Что еще хотелось бы добавить к этой новости? К этой новости хотелось бы добавить то, что если вы сейчас и в этом месяце собрались покупать GoPro шестерку, не делайте этого, так как вспомните позапрошлый год, 17-й, да, когда вышла шестерка, это был в прямом эфире, такое было шоу от GoPro, и какая цена была на шестерку? Она где-то стоила в районе 38 тысяч, как она только вышла. И уже в течение нескольких месяцев она резко, прям вот так вот вниз упала и стала стоить 29 тысяч, сколько она где-то, наверное, примерно сейчас и стоит, но есть, наверное, места, где можно купить ее еще дешевле. Поэтому, если вы хотите сейчас именно брать шестерку, я вам советую подождать анонса новых камер семерки Hero 7 от GoPro, и если вы уж запланировали взять шестерку, то вы можете взять шестерку уже более дешевле, так как выйдут новые три
три камеры. Вот, ну, белая модель будет, скорее всего, позиционироваться как самый начальный уровень для тех, чтобы людей, которые хотят только освоить и посмотреть, как вообще экшн-камеры GoPro пишут, нужна ли им она вообще и не нужна. Поэтому именно будет самый начальный уровень, который сменится сейвером, это серединка где-то, и самая, как я уже сказал, продвинутая модель будет, скорее всего, Black. И не скорее всего, а точно она так и будет, потому что она всегда так была и так есть. Вот. Так что не спешите покупать, ждем анонс. Ждем анонс от GoPro. Надеюсь, это будет опять какое-нибудь феерическое шоу, которое будет идти в прямом эфире. На официальном сайте GoPro мы нашли только такую информацию, я нашел. Тоже вам ее показываю. Там пока они тоже ничего не говорят. Говорят только то, что все держится в большом-большом в таком вот секрете. И вы сами все увидите осенью постоянно. Осенью это будет 100%. Проходит презентация GoPro-шек. Сейчас уже все остальные СМИ начнут трубить, что вот и начнется обратный отсчет, как был в прошлом году на официальном сайте. Когда заходишь там, на там, где продаются вот эти вот, точнее, все камеры написаны, которые идут в линейке, вот там будет появиться такое окно с обратным отсчетом, и будет идти обратный отсчет, скорее всего, я так думаю, как был в прошлом году, и потом, когда обратный отсчет дойдет до нуля, начнется феерическое шоу с Вудманом, которое все расскажет, покажет, скажет, какие новинки, что в этих камерах, какие плюсы, какие про минусы они там все равно не говорят, а все остальное уже какие-нибудь техобзоры мы, я думаю, по-любому уже увидим после анонса и уже подробно узнаем, какие плюсы и минусы в этих трех камерах. Я думаю, каждый для себя теперь сможет найти, какая камера именно от GoPro ему нужна. Жалко, что в анонсе, конечно же, не было новый Session. Я думаю, все-таки выйдет Session 7 серия. Такая же вот маленькая, компактная. Но, по ходу дела, они решили ее вообще, наверное, убрать из своей линейки. И будут просто обычные камеры, как мы уже привыкли в таком форм-факторе их видеть. С дисплейчиком и без дисплейчика. И все вот эти вот, кстати, три новинки похожи на камеры SG8 от SGCam. Если вы увлекаетесь техникой, да, и вы знаете, что SGCam выпустила, немножко отвлечемся, да, тоже три новинки, они уже вышли. Это SG8, их там тоже три вида. Одна Basic, AIR, вот, и 8 Pro, по-моему, вот так вот идет. Самая продвинутая Pro 8, а вот две из них, которые уже, они там стоят на порядок ниже, они идут чисто для ознакомления и для тех, кто именно снимает Full HD, и им 4K вообще не нужно. Это был, я считаю, техобзором по Pro новинке. Даже не техобзором, а просто обзором про новую систему GoPro 7. Которая должна вот-вот анонсироваться и скоро уже появиться в массовые, на массовых прилавках у тебя, у меня и у всех в городах. Поэтому ждем анонс, смотрим канал ни о чем и пьем кофе.